Необходимо учиться и постоянно себя развивать, считает Николай, учащийся школы села Фонтанка. Зимние каникулы в учебных заведениях 17 районов области из-за вспышки кори были продлены до 22 января. В их число попал и Лиманский район. Однако учащиеся Фонтанского УВК имели возможность выполнять домашние задания, получая их на сайте школы. Завдання були, вони були в нас на шкільному сайті. Кожна людина, кожен учень зміг зайти і побачити ці завдання і зробити їх. Було дуже тяжко, все ж таки це канікули, відпочинок для розуму і для тіла, але все ж таки потрібно вчитись. Некоторі я знаходила в інтернеті щось робити, некоторі предмети читала, потягувала те, що не доучила. Ми на канікулах працювали з вчителями в цьому напрямку і на сайті школи розміщували завдання для дітей. З 15 січня ми прийняли таке рішення на засіданнях методичних об'єднаннях, на засіданні педагогічної ради було прийнято рішення про розміщення завдань на сайті школи для того, щоб діти могли не відставати від програми, вчителі могли давати і відеоуроки. Несмотря на ініціативу учителів і руководства школи, некоторі учащиеся, не имея дома інтернету, проводили канікули по старинці. Грав футбол і гуляв. И, конечно, всех без исключения детей затянувшиеся каникулы, конечно, сбили с привычного ритма учебы. Необычно, непривычно после каникул. Але дуже тяжко. Не выспался, как-то непривычно пока что. Хотя в Фонтанской школе заболевших корью ни детей, ни преподавателей не выявлено, затянувшиеся каникулы стали поводом еще раз промониторить наличие прививок у всех участников учебного процесса. Оказалось, есть непривитые дети 23 человека. Это всего 3% от общего количества учащихся. За время отдыха часть из них получила необходимые прививки. Так что незапланированный отдых этой школе пошел на пользу. Родители за это время сделали прививки. Некоторые, которые были больны, подлечились. То есть, я думаю, важно. Корь хотя и обошла это учебное заведение, но указала на слабые и сильные места в общешкольном обучающем процессе. Большим преимуществом Фонтанской школы стали активные и контактные родители, которые готовы к переменам, грядущим с реформой образования. Ирина Александровна и директор школы, и мама учащегося школы в одном лице. Хорошо понимают важность участия родителей в процессе обучения школьников. Для нас прийняття нового закону дуже важливе, звичайно, тому що процес демократизації освітнього простору, процес покращення якості освіти – це для нас найголовніше і найболючіше питання. Тому що навіть на засіданні педагогічної ради ось в січні місяці ми з вчителями проводили моніторинг якості освіти, якості навчальних досягнень учнів за перший семестр. І хочемо сказати, що все-таки я теж, як мама, мене дуже хвилює це питання, що учні повинні вчитися краще. Для того, чтобы это произошло, весь преподавательский состав трудится с полной отдачей. Большую помощь оказывает районная администрация, отдел образования и Лиманский райсовет, который в последние годы регулярно выделяет средства на ремонт здания школы. Завдяки коштам, выделенным из районного бюджета. Це и ремонт фасаду, це и капитальный ремонт спортивного залу, це и новые мебли, которые поступают в наш навчальний заклад. За последний год их было много, у нас новые парты появились, новые компьютеры. Помогают школе и спонсоры. Народный депутат Александр Пресман, депутат областного совета Игорь Учитель, районные депутаты Сергей Ильченко, Дмитрий Ковбасюк. Каждый из них внес свой посильный вклад в благоустройство этого учебного заведения.